Ну что, играем мы на Гавайях. Сейчас посмотрим карт на этой карте, как интересно, нет? Ну, прикольно, прикольно. Купил я эту карту за 60 тысяч. Ну, сейчас поиграем. Тоже опять-таки секунды очень быстро идут. Нифига это не секунды. Да, Гавайи очень похожи на не Гавайи, на обычную карту. Такие же у нас препятствия. Ладно. Так, давай используем лебедку. Во. С лебедочкой хорошо идем. Давай, 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 давай. Еще катись, 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 катись. О! Подъемчик. О, надо, короче, на возвышенности включать лебедку. Опа, 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 опа. Нет, 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 пожалуйста. Чуть не перевернулись. Нифига здесь какое, какая штука. Замануха. Что можно так разбиться легко. Ну все, это мы... Карту мы пройдем. Нормально таки. Вот. Ну, в принципе, здесь ускорение не особо-то и нужно. Уже за количество времени мы не прошли. Ладно. Хоть монетки заработаем. Вот это карта Гавайи. Интересная карта. Ну и вот все. Вот и финиш. Прошли мы карту, с чем я вас всех поздравляю. Давайте продолжим играть в Earn to Die 3. У нас есть такой синий автомобильчик. И есть у нас еще вот такой вот длинненький автомобильчик. Давайте этому автомобильчику прокачаем вот эту штуку. Не знаю, это буст, но ускорение, в принципе, недорого стоит. Немножко прокачаем, потому что прокачки у нас мало. Так, вот это 191, что это значит? Это тоже деньги. Очки. Очки улучшения, это значит. Понятно. Бай, купить. Вон как можно покупать еще. Нифига себе. Ладно, буду знать. Поехали. Поехали на нашей машинке. Будем давить монстриков. Ну, такой вот агрегат. Машина, конечно, интересная, но как бы по практичности она не очень практична. В том плане, что она очень длинная. Вот. Видишь, она как бы... Лучше что-то поменьше, мне кажется. Ой, зомбарь летит. Ах ты гад, смотри, что творит. На, разбился. Хорошо. Ну смотри, она прокачанней стала. Мы там что-то улучшили, да, какой-то турбо. Вроде бы как она быстрее стала ехать, смотри. Так, вот этого надо сбить. О, сбили, сбили, сбили мы его. Велосипедиста этого, мотоциклиста. И едем дальше. Так, всякие зомбари на сегвее катаются. Ага. Все, давай, давай, еще, еще мощи. Турбобуста не хватает, елки-палки. Давай, давай, машинка, пожалуйста. Едем, едем, едем. Так, а вот этот вертолетик я не знаю, как споймать. Я вообще не представляю. Опять бежит. Так, турбо. Мне не хватает турбо. Так, ну, ребята, ага, вы в этом месте мы тогда застряли, помнишь? Так, есть, хорошо, велосипедист этот уничтожим. Так, от этого надо уезжать. Опа, нифига себе, ребята. Я очень сильно хочу побить рекорд свой. Но для этого... Да, и турбочкой у меня есть все нормально. Давай, давай, чуть-чуть еще проехать. Ой, молодец, молодец. Так, опять велосипедист здесь. Ах ты гад вонючий. Вот в этом месте у меня сложности, ребята. В этом месте сложности у меня. Ой-ой-ой-ой-ой, если я здесь встряну, то все. Да, ребятушки, представляешь, мы здесь застряли. Как отсюда уехать, я не знаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, машинка вонючая, машинка. Надо будет запомнить, что здесь при подъезде такой вот косяк есть. Естественно, нас взорвали. Нас взорвали. Очень-очень-очень жалко. Так, а карту мы еще и не собрали. Ну, пока мы не прокачаем какую-нибудь машинку, мы тогда вообще ничего не сделаем, не откроем карту.
Хотя у меня есть карта, вот эта вот. Dust Hill. Давайте ее поиграем в следующий раз. Так, продолжаем этот уровень. Peps World. Который не доиграли в прошлый раз. И это забираем. Штучку. Так, ладно, здесь мы сейчас эти все соберем. Звездочки. Так, ага, бешеная улитка. Что-то она какая-то не особо бешеная, я смотрю. Ого, ого, ого. Ага, так, а здесь мы не можем, да? А почему? У меня же жизнь есть. Почему они мне не дают... Подожди, дай проверю, если я упаду в пропасть, то мне надо будет переигрывать заново. А почему? Ну, у меня же есть жизнь. Разработчики, алло. Вы что так придумываете? Придумали игру? Странную. Вот смотри, я стою высоко. Дальше я прыгнуть не могу. Да ладно. Короче, все связано с вот этой летающей капсулой. Вот эта вот огненная капсула нам мешает. Сейчас подождем. Убьем улитку, во-первых. Вот это тоже все мы соберем монетки. Так, сейчас капсула улетит. Все, ждем, пока она вниз не улетит. Все. Опля. Хорош. Так, так, тут у нас еще эти самые облачка. Так, то же самое, опять-таки, капсула эта вонючая. Ох ты, это ж надо тебе так подойти близко ко мне, чтоб меня щелкнуло, а? Гаденыш. Ого, тихо. Так, здесь эта фигня летает. Надо вот аккуратненько проходить. Так, здесь мы разбегаемся. Так, дайте мне грибочек. Нету. Спасибо. Спасибо за грибочек. Опа, аккуратно, аккуратно. Все. Прибежали. Прибежали мы. Прошли уровень. На 17 вообще я прошел. Ну давай до победного будем идти. Посмотрим, сколько мы вообще пройдем. Так, и у нас этот, как его, арахнит. Ну, он медленно идет, поэтому как бы я к нему навстречу пойду. Ух ты, нифига, что он делает? Ты че, а? Арахнидик. Я тебя сейчас прожарю. Не, ничего не получится у тебя. Есть. Победа. 18 побед у меня, без поражений. О, так, а ну-ка, что это за информация? Так, лига испытания, награды за окончание события. 1000, 2000... А, это кто? Значит, получается, трех поражений. Ваше самое большое количество побед будет отображено в рейтинге игроков, а самые лучшие игроки получат награду. Вы также можете в один раз получить лишние награды в меню событий. То бишь, если я первое место, ребята, занимаю, то мне 1000 самоцветов дают. Вау. А где статистика? Так, у меня 18 побед получается. Я на 531 месте. А на первом месте... Офигеть. Чувак какой-то сидит. У него 170 побед. Что, серьезно, что ли? 170 побед? Ну ладно. Ну нифига себе, 170 побед, ребята. Это с ума сойти. Ну очень много побед, очень много. О! Сейчас будем тоже как-нибудь стараться побеждать. О, смотри, видишь, он меня даже не стреляет. О, а если я здесь стану, то что будет? Интересно. Он, смотри, не двигается. Ага. Давайте посчитаем. Сейчас секунды пройдут, что будет. Что будет, если закончится время? Ремкомплект я сейчас использовать не буду, потому что противник может взять себе. Неизвестно. Но у меня-то здоровье больше. Поэтому сейчас ждем окончания секунд. И посмотрим, что произойдет.
Не очень, очень интересно. Так, внезапная смерть. Ага. А чё это такое? Чё это за дела такие? Ребята, вы видите? Чё произошло? Ну, блин. Я не знаю. У нас почему-то здоровье стало одинаково. Что у него, что у меня. Да, блин, зря, конечно, я это делаю. Я не знаю, что сейчас будет. Ничья. Ничья, посчитали. Ну ладно, поражений же нету. Ой, ничья, это не страшно. И это кто такой еще? Ладно, сейчас мы его отщелкаем. Руди, Руди какой-то. Давай, Руди. Иди сюда. Он медленно будет ехать. О! Руди, Руди, Руди. Нет, 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 не стреляй пока, не стреляй, Руди. Ах ты хитрец какой, а? Смотри, какой хитрец. А, мимо, 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 у тебя не получится. Чувак, я-то знаю, как устроен Атлас танк. Все, уничтожен.